В Аксу высшем многопрофильном колледже имени Жаяумысы прошел форум-челлендж Талюсездак Урпахтары. Местной молодежи выпала честь передать эстафету принятия студентов в ряды Жасотан в регионы. Раиса Моргунова расскажет. Ровесники независимости, активные студенты и представители работающей молодежи Аксу собрались на республиканском форуме челленджа Тугельсиздык Урпактары, приуроченном к 30-летию независимости Казахстана. К телемосту присоединились студенты всех колледжей Павлодара, а также Нур-Султана, Алматы, Атырау, Мангистау и Караганды. Отрадно, что сегодня молодежь Аксуйского региона дает старт этому важному патриотическому мероприятию. Ведь именно молодежь является движущей силой общества. На молодежь мы возлагаем свои надежды, как на будущее государства. Данный форум нацелен на патриотическое воспитание молодежи. Мы должны воспитать в молодежи самое лучшее. Каждый должен быть патриотом своей страны. Главные герои сегодняшнего форума – молодежь Аксу. Они росли в уверенности в завтрашнем дне и в своем будущем. А сегодня их примут в Жасотан. Независимость – это свобода. Независимость – это процветание народа. Заслуга независимости – это заслуга народа нашего. В нашей стране мы можем выбирать, кем мы хотим стать, чем мы будем заниматься, вне зависимости от нации, религии. Мы едины, мы все движемся в одном направлении, заданным курсом к развитию нашей страны. Такие мероприятия нужны для сплочения молодежи. Вообще, какие усилия мы прилагаем для того, чтобы наш независимый Казахстан был таким сплоченным, и чтобы наши студенты были патриотичны. За 30 лет независимости Казахстан неоднократно доказывал, что сила нашей страны в единстве. Процветание, созидание и развитие – результат труда всех казахстанцев. Раиса Моргунова, Алексей Мехедов, Ертыс Акпарат, Аксу.